Ну что, ребята, мы с вами продолжаем. 25 июля 1944 год. Операция «Кобра». Кобра. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. Круто. Начать операцию. Выбор сложный. Операция «Кобра». Ну ладно, ребята, что? Придется воевать. Так, что надо здесь? Так, первый взвод, выдвигаемся. Пошли! А что нам делать? Сесть на танк. Хорошо. Как нам на него сесть? А, на F, понял. F. О, круто, мы теперь едем на танке, ребята. Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Круто, ребята. После такого боя... Танки поехали! Ножевого ранения он просто не сидит дома, а идет с нами, ребята. Это мужественно. Это круто. Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! Погнали. Ну что, ребята? Ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кассири! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, и все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Голову осторожно. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный форт. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да. Ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? Да, круто было бы. А что там такое? На что они надеялись? Да. В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? О. Летит сюда. Стуки, берегись. Сейчас будет за репликатор. Опа. Я так и понял. Мерда. Слазим, ребята, слазим. Где мой крак? Вот это круто, так. Делаем крюк, живо! Понял. Защитить наши шерманы. Вдалеке стреляют зенитки. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Где? Нифига себе, вот это круто. Затмите пулеметы! С другой стороны, где они? Два отряда, кружите их слева и справа. Да блин. Давай. Минус. Хорошо, минус, круто. Только по репу постреляли, хорош. Только по головам стреляем, только по головам. Хорошо. Аптечка. Так, это свой. Ты чё, Шлиц? Фриц, Шлиц. Издеваешься. Минус. Надо их валить, ребята, надо валить их. Не даем шансов фрицам. Где фрицы? Ого. После бетона. Да. Так, ребята, нужна аптечка. Сюда передай. Круто, спасибо. Оба, понял. Да,
Да блин, вот наши вот пацаны стоят не в тему. Ё-моё, кто же там понес? А, вон он-то. Минус, хорош, хилимся. От этого поздно уберешь, он там сидит сверху. Минус. Так, господи, сколько же вас там? Да блин, я не могу, блядь. Вообще офигеть, ранен. Вы ранены, ищите укрытие. Да больше надо укрытие искать. Только не могу понять, кто вот по мне стреляет реально. Нужен коряк, ребят. Заткните пулеметы! Два отряда, окружите их слева и справа! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай. Да блин. Да вас сколько вас там сверху? Я же только что вас уничтожил. Так, надо захилиться. Так что будет сурово сверху. Так, вижу, вижу, вижу. Только по головам стреляют, ребята. Мы стреляем только по головам. Экономим патроны. Только стреляем по головам, ребята. Никуда иначе. Что такое? Почему не могу целиться? Всем по патрону. Всем по... О, коряк. Понял, коряк. Это круто. Понял. Так, давайте мне аптеку сюда. Надо все сюда. Н. Сюда передай. Так, а патроны у нас как были? На кухню были у нас патроны? Не знаю, ладно. Бог с ним. Опа. Минус. Так, патроны были, по-моему, на... Да ладно, кто это? Кто это? Кто это? Какая тварь? Ох, вот здесь сколько. Граната! Понял. Где терна наш? Надо патроны. Так, хилимся. Так, ребят, здесь очень сурово. Здесь надо нам что-нибудь кто такой, который стоит побыстрее. Перезарядочка. И хилька. Так, реально, здесь аптеки. Значит, надо очень быстро пользоваться. Надо реально быстро стрелять по ним. Да идите нафиг. Так, минус. Так, он сейчас накинул гранату, как я понял. Ух ты, вот это да. Еще жив. Теперь нет. Да, мне сейчас крышка. Ребят, найди крышка. Что на аптека, нужна аптека. Ложись. Аптеку, 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 аптеку. Аптеку. Нужна помощь. Давай, красава. Все, теперь можно хп, теперь можно как-нибудь зайти на них. Хорош, зашли. Давайте, давайте. Патроны. Чисто! Сарай заблизился! Идет в поля! Надо догнать наши танки! Не спорю, не спорю. Только у него аптечка не помешала бы, ребят. Выдвигаемся! Принял! Есть патроны! Минус. Да вы издеваетесь. Минус. Минус. Вперед! Тесните их! Это да. Ребята, здесь вообще, здесь просто жестоко. Так, ладно, хилимся еще раз. Я просто стараюсь всем сразу по головам стрелять. Там у меня есть патроны. Патроны у меня нормально. Надо бы аптечку. Давайте, они уже бегут! Давайте, 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 ребята, нам их давить надо фрицев. Давим фрицев.
Так, лейтенант, дай патрон. Нужны патроны! Круто, спасибо за патрончики. Они сдаются, не стреляй! Че, они сдаются? Я все равно хочу по ним стрелять. Я пустой, перезаряжаю! Сдаются они. Станусь я им. Наши танки! Танкам нужна наша помощь! Мы возьмем зенитку за этими деревьями! Давайте, 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 ребята! Наши танки уничтожают, их надо валить, валить, валить их надо! Здесь есть аптечка! Давай аптеку! Мне нужна аптечка! Давай, давай! Бросай. Круто, спасибо! Сразу захилимся на полную! Вот эта зенитка! Сейчас мы уберем краудов и поможем нашим танкам! Оба, понял! Да ты что, офигел что ли? Нифига ты меня фигачишь, Василий. Садись за зенитку, уничтожите штуки. Идем, идем, идем. Цель на три. Понял, понял, понял. Бегу, 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 бегу. Уничтожаем зенит, как ее уничтожить, как ее уничтожить. Бомбардировщики сносят танки. Надо их сбить. Сбиваем, сбиваем, конечно. А, теперь мы будем сбивать. Ох, вот это круто. На два. Хорош! Сбили! Всех сбили? Кого? Больше нету. Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Круто. Где? По центру. Сбили. Ох, там еще. Попал. Попал. Все, сбили. Они все поняли. Штуки атакуют нашу позицию. Хорошо, сбили. Так, за сколько что надо заранее стрелять? Хорош, сбили. Чё? Сколько здесь там самолетов, ребят? Где? Вон, вижу. Давайте, давайте. Три часа, понял. Где? Били. Сбили. На 9 часов сверху. Понял, 9 часов сверху. Сбили. Так, нашу почти. 11 сверху. 11. Да, бью, бью, бью. Не вижу. Кончились. Отлично, Дэнни. Фух. Круто. Сбили с первого раза всех самолетов. Идем дальше, ребята. Эй, это Перес. Эй, Перес. Ты как? Нормально. Мы убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Да, не спорю. Враги впереди. Окопались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Yes, sir. Дэниел, Сусман, вы со мной. Идем. Давайте. А что надо здесь ожидать, ребята, мы уже узнаем в следующем эпизоде. Оставайтесь. Дэниэлс!